قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله عليه وسلامه وعلى أهل بيته والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. Поистине самая правдивая речь – это речь Аллаха Субханаху Ва Тааля, и самое верное руководство – это руководство нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Поистине самые худшие деяния – это нововведение, потому как любое нововведение – это заблуждение, а любое заблуждение ведет в огонь. Пусть Аллах Субхану Ва Тааля нас от этого сохранит. Хвала Аллаху Субханаху Ва Тааля, Господу миров, Создателю всего сущего, который не родил и не был рожден. Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля, нет ему начала, равно как и нет ему конца. Хвала Аллаху Субхану Ва Тааля, который обладает великим величием, который не нуждается ни в ком и ни в чем, в то время как все нуждаются в нем. Наше благословение нашему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, его семье, сподвижникам и всем тем, кто последовал пути пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям до судного дня. Сегодняшнюю пятничную проповедь я заглядываю в книгу Ибн Каим рахимахуллах и выбрал тему, мне попалась тема таваду, или на русском языке скромность. Речь сегодня пойдет, иншаллах, про скромность. Эту тему или этот вопрос неоднократно мы поднимали в мечети, про эту тему говорили, но это, иншаллах, будет напоминание и будет исправление наших ошибок, потому что мы наблюдаем все-таки недостаточность этого момента. Чтобы более поглубже, давайте рассмотрим Ибн Каим рахимахуллах манзилату тавады. Таваду ва мин маназили ияка наъбуду ва ияка настаин манзилату тавады. То есть все вот эти темы Ибн Каим рахимахуллах черпает, как бы берет из этого аята, всеми нами известного, которого мы постоянно затрагиваем. Ияка наъбуду ва ияка настаин. Тебе мы поклоняемся, и у тебя мы одного просим помощи. Мы неоднократно говорили, что это есть весь ислам. Потому что здесь есть поклонение, наъбуд, и здесь есть искренность. Искреннее поклонение только одному Аллаху Субхану Ва Тааля, это есть ислам. Это есть смысл ля иляха, нет божества, нету поклонения илля Аллах, кроме Аллаха Субхану Ва Тааля. И отсюда истекает, как мы еще раз говорили, все виды поклонения. Мусульманин, когда говорит: Аллах Субхану Ва Тааля, тебе только поклоняюсь, на тебя только надеюсь, на тебя только уповаю, Аллах Субхану Ва Тааля, у тебя только прошу помощи. Вот это как раз эти. И Ибн Каим рахимахуллах, вот эта степень скромности именно вытащил, или как можно сказать,
подчеркнул из этого аята. Давайте посмотрим, как он это сделал. Ибн Каим рахима приводит сура Далиль, сура Фуркан, 63 аят, сура Различие, 63 аят, Всевышний говорит: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Аллах Субхану ва Тааля говорит: عِبَادُ الرَّحْمَن, рабы Аллаха Субхану ва Тааля, рабы милостиво, это те, которые يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, это те, которые скромны, ходят спокойно, с достоинством, и таким же образом ходят по земле спокойно и с достоинством, и таким же образом ведут себя во всех остальных делах. Во всех остальных делах. Спокойствие. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Те, которые, дословно если перевести, они те, которые ходят по земле спокойно, негорделиво. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. И когда им глупцы к ним обращаются, и когда невежды из числа многобожников или неверующих порицают их, они с ними не входят, не вступают в спор. Они что делают? Нам было приказано говорить, сказать вам салям, мир, иди своей дорогой. Обратите внимание, Аллах Субхану ва Тааля, одно из качеств мусульман, сказал, что они на этой земле скромны и ходят спокойно. И это их не правило не только в ходьбе, а во всех их остальных делах, в отношениях, будь то ли в поклонениях, будь ли это в продаже или в бизнесе, всегда они все делают спокойно, и все они всегда делают с достоинством. Дальше Ибн Каим рахималлах приводит хадисы от посланника Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, который также призывает мусульман нас облачиться вот это прекрасное качество скромность. وفي صحيح المسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي. Поистине Аллах Тааля мне ниспослал, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, أن تواضعوا, чтобы вы, говорит, чтобы вы تواضعوا, чтобы вы не гордились, как мы говорим, чтобы вы скромны, чтобы вы были скромны, тавадо, чтобы вы были. Аллах Субхану Тааля мне повелел, чтобы вы были скромными, чтобы, говорит, хатта ля яфару ахадуна аля ахад, чтобы не возгордился один из вас по отношению к другому, валя ябги ахадуна аля ахадин, и чтобы кто-то из вас не поступил несправедливо по отношению к другому. Потому что несправедливость, именно плоды ее несправедливости, оно нарушает права других людей. Поэтому будьте, Аллах Субхану ва Тааля говорит, будьте скромными. И также хадис, который говорит имам Бухари, имам Муслим, рахмаллах, посланник Аллах сказал, и этого хадиса нам хватает для каждого верующего человека: «Ля ядхуль джанната ман кана фи кальбихи мисқаля дарратин мин кибр». Не зайдет в рай, говорит, не зайдет в рай тот, у кого в сердце есть хотя бы, говорит, частица, говорит, высокомерие. Маленькая частица высокомерия, этот человек не зайдет в рай. Из этого хадиса мы рассматриваем, это очень серьезно. Посланник Аллаха не говорит, не зайдет в рай высокомерный человек. Он говорит, не зайдет в рай тот, у кого в сердце хотя бы есть горсть, чуточка высокомерия, говорит. Ибн Каим рахмаллах дальше приведет слова Ибн Тайми. Говорит, я слышал, говорит, как шейх сказал, что некоторые ученые высокомерие считали даже больше грех, чем ширк, чем многобожие. Как? Потому что, естественно, высокомерие, оно степень. Высокомерие, оно степень. Самая большая степень высокомерия, это когда человек, раб, не признает своего Господа. Кафир, неверующие люди. Потому что, как Ибн Таймия, рахмаллах, многобожник, он поклоняется и Богу, Аллаху, и поклоняется еще кому-то наряду с ним. Это многобожник. А кафир, неверующий человек, он не поклоняется никому из-за гордости. Многие люди сегодня сейчас говорят, что я не верю в Бога там или еще что-то, придумывают себе тысячи всяких убеждений. Но все это складывается в его высокомерие только. Ты гордец. Ты не хочешь эти знамения признать, явные как свет перед тобой, сам в себе,
тысячи знамений, которые указывают, что у тебя есть Создатель, и когда он не принимает эти, он является гордецом. Он может сказать: нет, я не из-за этого неверующий, из-за других побуждений я не верю в Бога. Но все равно они все ведут к тому только гордости. Поэтому, как я еще раз говорил, некоторые ученые даже считали гордость, но это самая-самая глубокая форма гордости, когда человек не признает Аллаху и не поклоняется Ему. Это даже хуже, как я уже сказал, некоторые ученые сказали, что даже хуже, чем многобожие. Хотя и то, и другое Аллах Тааля не прощает. Аллах Тааля не прощает многобожие и не прощает куфр, неверие. Но все равно вот этот многобожник лучше, потому что он хоть признал Бога, он сломал себе это высокомерие, но он поклоняется наряду с Аллах Субхану ва Тааля еще каким-то божествам, которых он обожествил. А кафир — это проблема неверующего, в такой степени гордостью он обладает, что даже не хочет признавать своего Творца. Поэтому, как мы сказали, это самая высокая степень гордости. Но и у мусульманина тоже может. Он может быть единобожником, он может быть верой в Аллаха Субхану ва Тааля, но в нем что-то может быть из вот этой, из этой болезни высокомерия. И посланник Аллах нас предупредил: не зайдет в рай, говорит, тот, у кого в сердце есть хотя бы частица из высокомерия. Хадис достоверный, приводит имам Муслим. То есть стоит нам об этом задуматься. Во фи сахихайни. Также в хадис Бухари и Муслим передает: посланник Аллах сказал: «Аля ухбирукум би ахли нар», не сообщить ли мне вам о обитателе огня? Это куллю утуллин джавазы мустакбир. Это любой, кто себя считает могучим, черствым, гордецом. То есть любой, который обладает могуществом человека, да, себя считает могучим. Это гордость. Черствый по отношению к другим людям, мустакбир, и он еще гордец. Во фи хадисе, и также в другом хадисе, в достоверном хадисе, рай и ад как бы спорят, не спорят, а друг другу как бы рай и ад хвастаются перед друг другом. И говорит ад: я, говорит, такой, говорит, «Мали ля ядхулюни илля джаббаруна валь мутакабирун». В меня, говорит, не заходят только, говорит, жестокие, немилосердные, говорит, и гордецы, говорит. То есть в меня не заходят только этот вид тип людей. В то время как рай говорит: а в меня, говорит, заходят только слабые, говорит, немощные, слабые люди, говорит, и милосердные. Слабые люди, говорит, милосердные люди, говорит. Вот они, говорит, обитатели мои. И так же, как мы сказали, хадис достоверный. Офи сахих муслим. Тоже хадис достоверный. Аллах Субхану Тааля говорит: «Аль-Иззату Изари». Мое могущество и гордость, говорит, это моя одежда, говорит Аллах Субхану Тааля. Накидка, верхняя и нижняя накидка. «Фаман назаани». А тот, кто оспаривает, говорит, мне об этом, в могуществе или в гордости, говорит, я непременно, говорит, этого человека накажу, говорит Аллах Субхану Тааля. Ибн Кайм рахималлах дальше приводит некоторые качества посланника Аллаха, которые отличали его такой простотой, такой его справедливостью, нашего посланника саллаллаху алейхи ва саллям. Ямуру аля сибьян фа юсаллиму алейхим. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, когда проходил среди детей, говорит, он первый, говорит, им салям давал. Не дети, он, говорит, посланник Аллаха первый им салям давал, говорит. وكانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. И говорит, когда девочка, рабыня там или какая-то служанка приходила, шла девочка и хватала посланника Аллаха за руку и просила что-то повезти, куда-то там показать, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям за ней ходил, говорит, пока она не отпускала его. То есть смотрите, какая простота нашего посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في خدمه اهله. Посланник Аллаха готовил дома, помогал своей семье, говорит, и никогда за себя не мстил. وكان يغسل نعله. И посланник Аллаха, говорит, сам чинил свою обувь. Кто такой посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям? Если мы посмотрим, как к нему относились подвижники, любой бы человек бы почувствовал себя высокомерным. Как сподвижник говорит, если, говорит, он тахарат брал, за его воду, говорит, дрались, говорит, баракат, чтоб был. И он тахарат берет, его воду пытались собрать, говорит. Если он сморкался, плевал, говорит, да, если он плевал, сподвижники, говорит, ловили на лету, говорит, это слюни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям.
такая любовь по отношению к нему. Такой он великий всех был. Когда он спал, говорит, его, он не разрешал посланника Аллаха, чтобы его пот собирали. Когда он спал, потел, его жены пот собирали, говорит, с него, чтобы от него хороший запах шел или баракат как бы такой. Если бы из нас кто-то такое почтение, уважение бы к нему бы относились люди, но посланник Аллах, несмотря на это, говорит, чинил свою обувь, говорит, и штопал свою одежду, доил, говорит, доил овцу и давал корм животным, и ел, говорит, ел с рабами, говорит, за одним столом. Уаюджали сульмасакин, сидел, говорит, с мискинами. Уаямши мааль армалят его лиатими фи хаджатима. Всегда постоянно, говорит, ходил по делам вдов или ятимов, говорит, которые нуждающихся. Уаябда умандляк яу биссалям. Не было такого, чтобы кто-то вперед него салям давал. Если кто-то шел, дети, неважно кто, он первый, говорит, салям про посланника Аллаха, салям давал. Уаюджибу мандараху валяу иля айсари шей. И он отвечал на призыв. То есть, если его кто-то в гости звал, он отвечал это без проблем. Даже, говорит, если его звали такие мискины, он знал, что у них дома ничего нету, кроме воды там, или кроме кусочка хлеба. Он к ним шел, говорит. Сейчас в некоторых мечетях раздача идет утром. Куда какие маджлисы идти? Да? Если позвала бабушка, дедушка, там студента кого-нибудь отправляет. Если какая-то фирма, богатые люди, идут только хазраты там или еще что-то. Посланник Аллах, саллаллаху алейхи, для нас был пример. Он не говорил, а что я к этому человеку пойду? Он же бедный, у него нечего будет там. Или у него стол будет не такой хороший. Я лучше пойду к тому, у которого хороший стол будет. Посланник Аллах, саллаллаху алейхи, на это не смотрел. Лакана, саллаллаху алейхи, хаинуль мукна. И посланник Аллах, саллаллаху алейхи, был легко в общении, в жизни. Это тоже одно из качеств мусульманина. То есть у него не были высокие запросы. Мухаммад саллаллаху алейхи не было высоких запросов. И это мы тоже можем наблюдать. Некоторые мусульмане, у них высокие запросы. Мне говорят, то надо, это надо. Не должен быть мусульманин таким обладать качеством. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи, хаинуль муна, он был, говорит, легко с ним было в жизни, говорит, или запросов не было у него. Лаинуль хольк, у него был мягкий нрав, джамилюль муашара, то есть он был легко в общении был или в жизни с ним. Паликуль вадж, он был открытое лицо, бассаном, всегда улыбался, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Это указывает на его мутавады, он скромность, мин гайри зиллятин. И он обладал скромностью, говорит, но не спутайте, говорит, это с унижением. Посланник, разные вещи. Есть скромность человека, а есть унижение. Когда мы говорим о скромности, не означает об унижении. Мусульманин должен быть всегда гордым за себя, за свою религию, за свою семью, за ислам. Всегда должен быть гордым. Но он должен быть скромным. Джавадун мин гайри исраф. Он был щедрым без исрафа. Ракипуль кальб, добросердечным. Рахимун, милостивым по отношению к каждому мусульманину. Обратите внимание, все это ведет к скромности. Все это ведет на это то, что качество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, было очень скромным. Вакаля саллаллаху алейхи ва саллям, и посланник Аллаха однажды сказал, «Аля ухбирукум биман яхруму аля нар». Не сказать ли вам, кому, говорит, ад будет харам, говорит, ад харам для него будет. Посланник Аллаха сказали, кто это посланник Аллаха? «Куллю карибин», говорит, «хайин, лейин, сахин». То есть эти примерно одинаковые качества человека. Это, говорит, любой приближенный, близкий, который приближается к людям, говорит, хаинун, как я уже сказал, простой человек, простой, не обладающий большими запросами, ляинун, мягкий и сахнун, легкий. Бывают такие люди, ты с ним можешь на любую тему общаться. С ним любой человек может общий язык найти. Посланник Аллаха именно говорит, вот мягкость, кроткость, все это истекает из одного, из скромности. Если человек чувствует себя гордым, он никогда не будет мягким или кротким. Вакана, саллаллаху алейхи ва саллям, яуду нарир. Да, это же качество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Я много еще пропускаю. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда говорит, навещал больных, говорит, исследовал за джиназы, говорит. Суиля Фудайль ибн Уайят анит тавадо.
Однажды вот этого ученого Фудейл ибн Уайяд спросили, это был очень много поклоняющийся человек, спросили и сказали, что такое, говорит, тавадо. Он сказал, факаля яхда лильхак, то есть, как я уже сказал, тавадо, постоянно забываю это слово, скромность. Спросили, что такое скромность? И он сказал, скромность, говорит, это когда человек подчиняется истине, говорит, следует ее, принимает ее, ваякбалюху мимман каляху, и принимает эту правду, истину, неважно, от кого эти слова сказаны. Вот это действительно скромность. Когда если тебе говорит маленький ребенок, которого ты считаешь, что ты лучше него, он говорит, ты вот здесь вот ошибку сделал, вот здесь так надо сделать. Если это истина, то ты должен принять, не сказать, что ты еще маленький там. Или если невежественный человек, допустим, неграмотный человек, а ты грамотный, допустим, есть образование, и он тебе говорит, вот в этом вопросе ты ошибаешься, и если это действительно так, ты должен принять ее. А если не принимаешь, то это твое высокомерие. То есть это принятие истине, подчинение ей, исследование, несмотря на то, кто это сказал. Сначала многие люди смотрят, кто сказал, говорят. Такой, что ты говоришь? Он говорит, кто сказал? Этот сказал. А, он много чего говорит, допустим, там, да? А если, он сказал, все, раз он сказал, то это будет сделано. Такого не должно быть. Если это истина, значит, мы должны это принимать. И также было сказано в определении скромности. Скромность, это говорит, когда ты, говорит, не высокого мнения о себе. Когда человек не должен быть высокого мнения о себе, говорит, فَمَنْ رَعَى لِنَفْسِهِ قِيمَةً فَلَيْسَ لَبُ فِي التَّوَادَعُ مِنْ نَصِبْ فَلَيْسَ لَبُ فِي التَّوَادَعُ نَصِبْ. А тот, кто о себе высокого мнения и видит о себе большую степень, то в нем нету, говорит, нету в этом человеке скромности. Абу Язид аль-Бастами, рахимахуллах, тоже здесь такое слово говорит. Скромность, это, говорит, когда, говорит, ты видишь людей, что они все лучше тебя. Смотришь на людей, на мусульман, и не то, как мы себя делаем, я лучше него, я больше него знаю, я богаче его там, или я в большей степени. Когда мы смотрим на людей, у нас должно быть такое скромность, что мы должны всегда думать, что я хуже всех этих людей. Я хуже всех этих людей. Вакаля Урват ибн Зубейр, радиаллаху анхума. Ибн Кайм рахима также приводит несколько историй от халифов. Это действительно тоже была школа пророка Мухаммада, салям, какие они были скромными. Я видел один раз Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, и на его плечах был кирбату наим, то есть сосуд, большой сосуд с водой. Факульту я эмир аль-муминин. Я ему сказал, о, повелитель правоверных, Ляян Бахиля Кагада. Не подобает тебе таскать воду, ты же повелитель правоверных. Умар ибн Хаттаб, в его время уже границы ислама заняли такую территорию обширную. И он не просто президент какой-то страны там или еще что-то. Полмира уже в его власти. И этот человек собой носит на плечах перед людьми, носит большой курдюк с водой. И этот сподвижник говорит, не подобает тебе, ты же, говорит, повелитель, ты должен только приказывать, говорит, остальные все должны таскать за место тебя. На что ответил Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, ко мне, говорит, недавно пришли, говорит, вуфуд самиин и мутиин. Народ пришел ко мне, говорит, с других областей или с других городов, говорит, и они меня, говорит, они были очень, говорит, послушные, говорит, как бы немножко меня возвысили, говорит. То, что я им не говорил, они как бы слушали меня, и в мое сердце, говорит, дахалят нафси нахватан. В мое сердце зашло немножко, говорит, гордости, говорит, что я повелитель, что меня все слушают, и поэтому, говорит, я захотел ее сломать, говорит, эту, то есть унизить ее нас, чтобы не давать ей ни малейшего повода. И так же делали ученые, Ахлусунна Вальджамаа, всегда делали так. Люди их возвеличивали днем, возвышают их. Ночью они ходят, вот, даже клип такой, да, ученые, его там все возвеличивают, руки ему целуют, голову целуют. Он же не может их отогнать. Но ночью он идет и туалеты моет.
или студенты, кто у него учится в мадрасе, он понимает, что студенты его любят, что студенты, он уже уважение, он ночью, когда все спят, идет и моет туалет их. Это было кто из наших сегодня ученых там или религиозных деятелей такое себе позволит. Все идет с высокомерия. Если имам мечети беспрекословно послушание идет, прав он или не прав, во многих этих случаях так получается. Знающие люди знают себе цену и начинают гордиться перед людьми. Наоборот, чем человек больше знает, тем он должен быть проще, тем он должен быть, меньше у него запросов должен быть. Поэтому Умар ибн Хаттаб дает нам урок тоже. Если в какой-то день мы почувствуем, что у нас гордость перед какими-то людьми, нужно поступить так, сломать эту гордость, сделать что-то униженное для нее. Сделать что-то униженное. Ва-валья Абу Хурайра радиаллаху анху имаратан маратан, факана яхмилю хузмат аль-хатаб аля дахрии ва якулю тарвику лиль-амир. Также приводит история про Абу Хурайра. Абу Хурайра радиаллаху анху, действительно, вот это сподвижники, которых не сломала ни бедность, не сломала ни богатство, и не сломала ни уважение, ни униженность. Абу Хурайра радиаллаху анху, он говорит, я, говорит, до такой степени, говорит, был, говорит, бедный, говорит, у меня даже своего дома не было, говорит. Я жил в мечети, в Ахлюсуфа был, в мечети пророка Мухаммада, салям. И до такой степени голод меня, говорит, постигал, говорит, что я, говорит, катался, говорит, клочок, вот, переворачивался, говорит, по мечети, говорит, вот так вот, кружился, говорит, встать на ноги не мог, говорит, ползал, говорит, по мечети, говорит, от голода, говорит, кричал, говорит. И когда приходили мусульмане на намаз, говорит, они меня пинали, говорит, и толкали ногами, говорит, не сошел ли я с ума, говорит. Я, говорит, не сошел с ума, говорит, это, говорит, голод, говорит, у меня. Это мой голод, говорит. И этот Абу Хурайра, Иоанну, однажды его поставили амиром в какой-то месте. В каком-то месте, обратите внимание, как Аллах Тааля меняет положение. Голодный, в мечети люди ногой его тыкают, не сошел ли ты с ума, от голода он крутится, ворочится. И он это знает. То есть его не сломала ни бедность. И когда он амиром был, он, говорит, специально, говорит, таскал дрова, говорит, по рынкам и ходил, говорит, пропустите дорогу, говорит, дайте дорогу амиру, говорит, дайте дорогу амиру, указывая на людям, что я такой же, смотрите, таскаю дрова. Действительно, не сломало его. Аллах Тааля испытал этих людей и бедностью, и испытал большими какими-то там степенями, но они всегда оставались справедливыми, всегда оставались простыми. Также здесь Абу Дзар, радиаллаху анху, его история. Однажды он посмеялся или унизил Биляль, радиаллаху анху, был хабашей, раб хабашей там, из Эфиопии, раб черный был, Абу Дзар араб. И он один раз его в этом упрекнул, ты черный. И когда осознал этого, то есть признал свою ошибку, поклялся, говорит, я, говорит, не встану из этой земли, говорит, лег на землю, положил свое лицо на голову, на землю, и говорит, пока, Биляль, ты мне не наступишь на мою голову, говорит, на мою шею, я не встану, говорит. То есть унизь меня, говорит, потому что я возгордился над тобой. Вараа Мухаммад ибн Вася. И также потом перешли к ученым. Мухаммад ибн Вася увидел, говорит, своего сына, говорит, который в своей походке показывал, что он гордивый. Походки же есть у нас такие, очень показывают, что как будто идет терминатор там, да? И он увидел, говорит, сын, говорит, такой, говорит. И он позвал его, иди сюда, говорит. Ты знаешь, говорит, за сколько я твою маму купил, говорит. То есть сколько я дам колым, махр, за сколько от нее дал, говорит. Всего лишь, говорит, 300, говорит, серебряных, говорит, копеек, ну, дирхамов, говорит, серебряных монет, говорит. А кто твой отец, знаешь, говорит, про себя, говорит. Твой отец, говорит, самый униженный, говорит, то есть, говорит, никакой пользы от него нету, говорит, ни людям. Ля кафар Аллаху минальму. То есть Аллах Субхана пускай таких подобных, как я, не сделает, говорит, среди мусульман, говорит. То есть смотри, твоя мать, говорит, я купил ее за 300 серебряных дирхамов. А твой отец, говорит, пускай Аллах Тааля таких подобных мне еще не сделает, говорит, среди мусульман, чтобы лучше меня были намного, говорит. И ты после этого так ходишь, говорит, такой походку, говорит, кто ты такой, своему сыну, Мухаммад ибн Вася. Дал понять, кто ты такой на самом деле.
وقال بعضهم لما يتم إن شاء الله زاكونشم رأيت في الطواف رجلا بين يديه شاكرتي يمنعون الناس لأجل عن الطواف. Некоторые привели такую историю, говорят, я видел, говорит, во время тавафа, во время хаджа, обхода вокруг тавафа, увидел человека, говорит, которого, говорит, окружали люди, то есть он идет, а его люди окружают, как бы, его телохранители, чтобы никто к нему не притрагивался, чтобы его никто не задевал. Ну, хорошая одежда была там или еще что-то. И я тогда сказал, говорит, кто же это такой, говорит, что его люди там даже нельзя притрагиваться к нему, охранять, чтобы он таваф делал. И потом, говорит, я увидел этого, говорит, человека, говорит, через какое-то время, говорит, где-то там в Ираке, говорит, в Багдаде, говорит, он уже, говорит, просил милостыню, говорит. Я удивился и спросил его. И тогда, что он мне ответил, говорит, я, говорит, был, говорит, высокомерным, говорит, в том месте, где я должен быть скромным, говорит. То есть я был высокомерным в том месте, где люди обычно бывают скромными. Не должен отличаться ничем-то от мусульман. То есть в Мекке имею в виду. И Аллах Тааля мне испытал, говорит, унижением, говорит, в том месте, где, говорит, люди должны быть гордые. То есть просить у людей милостыню – это унижение для мусульманина. Унижение для мусульман. Они должны быть, от этого гордые должны быть. И Аллах Тааля мне этим испытал, говорит. Вабаля Умар ибн Абдул-Азиз, ради Аллаху анху. Вабаля Умар ибн Абдул-Азиз, это халифа, один раз ему... Дошло до него, что его сын купил, говорит, золотое кольцо, говорит, или не золотое, просто, говорит, купил кольцо, говорит, за 1000 дирхамов, говорит. И он написал своему сыну письмо, говорит, мне дошло, до меня дошло, что ты купил кольцо за 1000 дирхамов, говорит. Если, говорит, прочитаешь мое письмо, говорит, продай это кольцо, говорит, и накорми 1000 голодных животов, говорит, на эти деньги. И возьми, говорит, кольцо, говорит, купи кольцо за 2 дирхама, говорят. Ваджальфасаху хадидан сунин, то есть чтобы вместо вот этого камня драгоценного, говорит, сделай просто, говорит, железо, говорит. Уактуб алейх, и напиши на нем, говорит, рахима Аллаху мраан арафа кадра нафси. Просит Аллаха, Аллах Тааля, да благослови, как бы, да пусть с милости Аллах Субханта над человеком, который знает себе цену, говорит. То есть ты не заслужишь это, такое дорогое это. Чтобы ты должен сам себе свою цену знать, говорит, ты не заслуживаешь такого кольца. Из всего сказанного, примеров очень много, я много чего оставлял. Это не просто для нас очередное упоминание, потому что мы видим эту ошибку среди мусульман, гордость среди мусульман по отношению друг к другу, непринятие истины. Когда она идет, вопрос сразу задается, а ты где учился, а ты сколько учился, чтобы мне исправлять или еще что-то. Этого не должно быть. Это самая большая ошибка. Ибн Кайм рахмаллах закончил на том, чтобы 2 самых тяжких греха, первые греха и самых тяжких, первое это было кибр, как раз таки гордость, которую совершил Иблис, когда отказался поклониться Адаму, алейхиссалям, это гордость была. А вторую ошибку сразу за ним совершил Адаму, алейхиссалям, тома, то есть страсть, желание. Страсть и желание. Сначала, то есть, первое, самый страшный грех, это вот гордость, которую совершил Иблис. И второй совершил Адам, алейхиссалям, когда запретный плод. Зачем он взял? Это же из желания, страсть его повели. Но, говорит, из высокомерия, первый вид людей, которые высокомерие, и шайтан, говорит, они, говорят, как бы предопределением свою ошибку аргументировали. Потому что шайтан же сказал, Ахтали, потому что ты меня сбил. Первый вид людей предопределением аргументируют, а второй вид людей, которых страсть берет, они не аргументируют его предопределением, а делают таубу. Делают таубу. Поэтому, если даже у человека страсть есть, это еще можно от него таубу сделать. А если высокомерие, это уже намного сложнее. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.